но так получилось, что в этом городе живет мой друг, очень хороший друг. Он тоже поэт, он тоже композитор, вы наверняка его знаете. И я хочу сейчас позвать его на сцену, пока я чуть-чуть перекурю, с вашего разрешения. Он споет несколько песен. Встречайте, Сергей Демин! Добрый день, дорогие друзья. Улыбок и всех-всех земных благ. Да, спасибо большое. И хочу вам сегодня подарить буквально две песни. Первая песня называется «Обычное дело». Я иду и свято верю в путеводную звезду. А звезда плеснет до срока и уйдет за облака. Бесконечно одиноко, бесконечно далеко. Ой, велик белый свет, и нету предела. Воля есть, счастья нет, обычное дело. Он велик, белый свет, и нету предела. Воля есть, счастья нет, обычное дело. Как дорожники явиться, приведет она туда, где родимая землица и студенная вода. Повороты, повороты, вот еще один виток. Если я напутал что-то, ты поправь меня, браток. Вот опять слон монет, и скрипка запела. Деньги есть, счастья нет, обычное дело. Вот опять слон монет, и скрипка запела. Деньги есть, счастья нет, обычное дело. Отстаю и обгоняю, отмываю пыль и грязь. Знаю, по дороге краю счастье нас не дождалось. Но со мною рядом люди, те, кого судил мне Бог. И они со мною будут до конца моих дорог. Кто чистил белый свет, кто боялся не смело. Счастье там, где нас нет, обычное дело. Кто чистил белый свет, кто боялся не смело. Счастье там, где нас нет, обычное дело. Спасибо большое. Ну, что же, и еще одна песня. Сегодня 8 марта, сегодня ваш прекрасный день, дорогие дамы. Конечно же, сегодня должны все песни звучать только про любовь. И следующая песня звучит только для вас. Песня называется «Улетать». Ты не верила, что это может.
может быть, с тобою, или ночью, или днем, забывая обо всем, широко раскрытыми глазами нам с тобою. За руки можно летать, это так несложно летать. Взяться за руки можно улетая, верим в слово вечно, доверяя облакам, доверяя моим рукам, доверяя легче верить в слово бесконечно. Улетать, взяться за руки можно. всех с праздником 8 марта, с праздником весны. Ну что же, геннадий Дон!